Про таких, как Андрей Дробышев из Новочеркасска, Ростовской области, говорят пионер-инноватор. Потому что Андрей не ищет легких путей и всегда старается создавать что-то новое, чего до него никто никогда не делал. Андрей уверен, что не стоит тратить жизнь на мелочность и суету обыденных проблем, ведь в его представлении человек рожден для великих дел и свершений. В этой жизни настоящий мужчина должен уметь все. Забить гвоздь. На Килиманджаро забраться и к звездам слетать. И серенаду исполнить, если потребуется.